этой зимой погода то и дело то балует нас теплыми днями в стиле европейской зимы, то обжигает морозным холодом. На этой неделе красноярцев также ждет морозная декабрьская погода. Хотя все относительно. Так, в Ивентийском районе уже в этот вторник ожидаются морозы до минус 55 градусов. Какой минус ждет на этой неделе красноярцев, сейчас расскажем. Сегодня днем столбики термометров в Красноярске застыли на отметке в 21 градус ниже нуля. К вечеру температура опустится до минус 28, ночь с понедельника на вторник станет самой холодной на этой неделе. Синоптики также прогнозируют снег. Самым холодным днем на неделе будет вторник. Днем метеорологи обещают 24 градуса ниже нуля и небольшой снег. При этом скорость ветра составит всего 2 метра в секунду. Ночь со вторника на среду также будет морозной. Столбики термометров опустятся до минус 26. В среду, 22 декабря, столбики термометров покажут минус 19 градусов. Возможен небольшой снег. Ночью похолодает до минус 23. В четверг нас ждет примерно такая же погода, минус 18 днем и минус 23 ночью. В дневное время синоптики прогнозируют переменную облачность, выглянет солнце. В пятницу также будет солнечно, а температура еще немного поднимется до минус 15 градусов. В ночное время нас ждет минус 19 градусов. На выходных погода в сравнении с рабочей неделей будет максимально комфортной. В субботу днем температура опустится до минус 11 градусов, будет солнечно и безветренно. Ночью похолодает до минус 17. В воскресенье, самый теплый день на этой неделе, будет минус 10, ветер 2 метра в секунду. Зима будто бы решила сделать красноярцам еще один подарок. В последние выходные этого года немного поумерив свой пыл. Конечно, будни будут морозными, можно посвятить их, к примеру, домашним делам. Ну а в субботу и воскресенье ловите момент, проведите время с близкими на свежем воздухе, но в любом случае одевайтесь теплее. Светлана Чернышевич, Артем Иванов, Новости ТВК.